Добрый день, с вами агентство недвижимости DeepKaari Minkyul из солнечного Мерсина. Меня зовут Инна. Сегодня хочу показать вам квартиру 1+1 на третьем этаже дуплекс, расположенная буквально в 100 метрах от моря. Пойдемте посмотрим территорию. Что касаемо территории, смотрите, есть охранный пост, территория озеленена. Имеется беседка, детская площадка, вижу аквапарк есть, бассейн открытый есть. Дальше на территории есть, вижу генератор. Квартира у нас находится на третьем этаже 14-этажного дома. Как я и говорила, квартира дуплекс, значит двухъярусная квартира. Пройдемте посмотрим квартиру теперь. Давайте посмотрим. Входная дверь железная, домофон. Сразу при входе с правой стороны у меня, вот смотрите, лестница на второй этаж. И передо мной открывается, видно, кухню, совмещенную с гостиной, и балкон, выход на балкон. Кухня П-образной формы. Кухонные фасады выполнены с МДФ. На полу у нас ламинат, и квартира продается без мебели. Не пугайтесь, если вы на видео видите частично мебель. Хозяева сейчас активно выезжают с квартиры, поэтому здесь кое-что осталось. Дальше переходим в зону гостиной. Радиатор имеется, и имеется выход на балкон. Общая площадь кухни с гостиной у нас составляет 24,7 квадратных метра. Пойдемте смотреть балкон. Балкон у нас на полу, плитка под ламинат. Квадратура балкона у нас составляет 2,5 квадратных метра. Балкон выходит у нас на северную сторону. Спальня у нас находится на втором этаже. Смотрите, лестница у нас, каркас железный и деревянные ступеньки. В спальне у нас на полу ламинат, радиатор имеется. И санузел у нас находится в спальной комнате. Квадратура спальни у нас 15 квадратных метров. В спальне у нас имеется балкон французский, подвесные потолки, споты установлены. Thank you.
ванная комната 3 квадратных метра, душевая кабина, мойка, шкафчик под мойкой, зеркало есть и унитаз. Общая площадь квартиры у нас получается 46 квадратных метров. По мне, на двоих квартира очень даже хорошая. Смотрите, как бы я расставила здесь мебель. Поставила бы сюда двухспальную кровать. К этой стене можно поставить шкаф. Напротив кровати можно будет повесить телевизор. И здесь останется достаточно места, чтобы свободно, спокойно передвигаться к ванной, вниз спускаться. И хочу вам сказать, как бы я расположила мебель внизу. Пойдемте. В салоне я бы сделала бы так, смотрите, под лестницей, примерно до сюда, например, установила бы по размеру встроенный шкаф. Тут обувница вполне вместится, для курток, кофточек, вешалки вполне будет умещаться. Здесь поставила бы диванчик, несмотря на то, что все розетки, выводы под антенну находятся с этой стороны, их перенести несложно, не проблема. Поставила бы сюда диванчик, маленький столик, напротив дивана телевизор повесить, подставку под телевизор можно поставить. И на зоне кухни просто сюда поставить два барных стула на двоих. И спокойно можно готовить, получается. Здесь приготовил, здесь покушал, смотришь в окно и кайфуешь. Все. Надеюсь, наш обзор вам понравился. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки. И если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, всем ответим. Все, спасибо всем, пока-пока. Если будет нужна помощь дизайнера, обращайтесь. Мой номер будет внизу.